Доброго ранку, мы из Украины. Позавчера еще мост взорвали, который Давидов Брод, там еще один. О чем это говорит? Это говорит в первую очередь о том, что оккупанты боятся контрнаступления и взрывают они, отходя. Они боятся прорыва наших ЗСУ. А мы не боимся, мы их поддерживаем. Сегодня, так что, там эти пионы, ну мы их ищем. То есть я уже думал там попытаться, ладно, неважно. Сегодня день защиты детей, и обычно мы этот день проводили тем, что организовали какие-то мероприятия для детей. В этом году, то есть мы уже 3 месяца своровали жизни детской подлые расисты. Но вижу, что мы оживаем, есть перспективы, люди радуются, ремонты начинают делать. Также закупаем кучу материалов строительных для восстановления разрушенных домов. Вот. Но вот как-то так. И буду стараться все-таки выходить, то есть по времени для того, чтобы, ну, слишком много людей просят выходите, поддерживайте оптимизмом, хоть у нас тут вот усилились обстрелы, есть жертвы, есть разрушено, тяжело людям жить, но тем не менее, то есть город оживает, хоть мы все говорим, не надо, еще 2-3 недели подождите, пока ЗСУ там их оттолкнет, люди многие не ждут, но я все-таки вот присоединюсь к мэру и скажу, что те, кто имеет возможность, потерпите. То есть сейчас активная фаза такая защиты, скажем так. Оккупанты там в панике бегают, вывозят награбленные сволочи, но, собственно, это неизбежная вещь. Поэтому я все-таки советую 2-3 недели повременить и потом можно еще раз обсудить. Всем добра, разум доброго.